Находимся сейчас в саду камней. Тут идут китайские друзья, поэтому надо срочно убежать. Хочу обратить ваше внимание на дерево в клетке. Клетка, она закрыта, потому что не выделяет, дерево выделяет ядовитый сок. И птицы, которые клюют листья, через некоторое время погибают. Поэтому специальная клетка отделена от птиц. Сейчас будет сад камней, который собой что-то грандиозное тоже представляет. Но тут может быть надолго. А вон еще памятник крокодилу. Только не гений, а как его зовут? Генри. Генри. Этот крокодил еще живой. 145 лет крокодилу. Сейчас он находится в спячке. Ну, своеобразных крокодилей анабиоз. Когда уже перед смертью они не могут есть, поглощать пищу самостоятельно, крокодил впадает в эту спячку. И в таком состоянии он может прожить более 2 лет. Поэтому сейчас Генри. Его длина, кстати, 14,5 метров. Уж. И вес больше тонны. Самый старый большой крокодил на свете. Угу. Находится в Аризоне. Такие вот камушки. Везде бонсай растут. Посажены. Да, природа, конечно, иногда создает такие шедевры. Ну как такие камни были? Ну это вулканические камни. А в начале заходило, было старое-старое дерево. Правда, от дерева остался ствол, и оно как камень. Так, ладно, все, пока.